Пюре – основа питания совсем маленьких деток и диетической кухни. Если у вас есть блендер, то вам все будет нипочем, и вы легко сделаете нежную текстуру. Вам только остается прочитать рецепт. Многим мамам будет интересно узнать о том, как приготовить пюре из стручковой фасоли с базиликом. Оно подойдет детям от 4 месяцев, а если в него добавить соли, то можно есть и самим. Здесь нет масла и глютена, так что блюдо полезное и относится к здоровым вариантам питания. Подойдет и тем, кто худеет. 1. Промойте фасоль, обсушите и нарежьте крупными кусочками. 2. Затем выложите стручки на противень с пергаментной бумагой. Запекайте их 20 минут при 180 градусах в духовом шкафу. 3. Потом фасоль чуть остудите и переместите в блендер вместе с водой и базиликом. 4. Ингредиенты измельчите в пюре. Все готово. Приятного аппетита!